Всем добрый день. Иду с работы. Одно видео загрузила, второе. Второе уже делаю. Машин мало. Я хотела бы сказать, что машин нет, и вдруг они поехали. Как мы с Колей гуляем, он говорит, ну что-то, блин, приспичило всем ехать. Короче, у нас народу мало. Все на дачах разъехались. И очень мало народу. Есть какие-то, гуляют, но это единичные. И так хочется дачу. Я уже созрела. Я хочу дачу. Так, ну а сейчас вывожу своего монстрика. Он там засиделся, залежался, Баська. В дворе у нас тоже безлюдно и машин очень мало. Обычно некуда поставить машину, некуда. А сейчас, пожалуйста, ставь. Коля сегодня своим ходом, так как вчера он отмечали мы праздник-то, день ТУАЗу, и 45 лет ТУАЗу. И, в общем, коньячок он употреблял с колой. Поехал без машины, поехал на маршрутке. Наверное, часов в 5 он только приедет. Надо Баську выгулять. Ты чё лаял? Услышал меня. Я по WhatsApp разговаривала. Он уже все, голос мой услышал. Ты чё, на старт приготовились, марш? Пойдем гулять? Гулять пойдем. Хвостиком виляет. Так, сейчас, Басенька. Сейчас, 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 сейчас. Давай лапки. Молодец. Лапки. Давай, маленькие лапки. Давай, мы хорошие. Все, я его оседлала. Пойдем. У нас соседи вот здесь ставили дверь. И вот так вот они убрали, ну как бы и не мыли. Я с вами говорю, Коля, давай я помою. Он говорит, не надо, это будет глупо выглядеть. Ну, в смысле глупо выглядеть? Ну, то, что они должны за собой мыть, а не ты. И это, говорит, будет глупо выглядеть. Ну, а вот это не глупо? Столько пыли здесь. У нас весь коврик входной, весь белый. Ну, им все равно. Да, Басюль? Им все равно. Это опять все попу отклячивает. Ты что ее отклячиваешь, попу свою? Так. Не-не-не-не-не. Ничего не хватает в лифте. Басюня, мой сладкий. Нет, 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 в пекарню не пойдем, он в пекарню просится, нет. Татьяна квасом торгует, моя тоже клиентка. Квас, говорит, хорошо берут, бери квас. Я говорю, нет, что-то не хочу, я окрошку. С собачкой познакомился. Пойдем, 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 не бычься. Ты что так на меня смотришь? Пойдем, пойдем. Бакс, нет, в пекарню не пойдем, нет. Спускайся, спускайся. Бася, аккуратно. Веди себя хорошо. Да, да, хорошо, веди себя. Так, он хотел в пекарню, а мама не разрешает. Не надо, и так толстенький. Иногда я ему беру сосиску в тесте, но чуть-чуть там кусочек от нее отломлю. Просто плюшки совсем нельзя. Чуть-чуть сосиску даю и все. Так, идем домой. Я есть хочу, не могу. После мороженого что-то еще больше даже есть захотела. Пойдем, Басюль. Басюля, пойдем жарить картошку. Папа сказал, можно картошку пожарить с оленями, с селедкой. Сейчас пойду жарить картошку. Тут кошек кормят. Чашки стоят. Пойдем, пойдем. Где кошка? Она пошла туда, кисенька. Сейчас он ее увидел. Увидел ее. И побежал побыстрее. А то тут в горку никогда никак он не идет. Говорю, идем, идем. А тут кошку увидел. Где кошка? Пойдем. Где ты, кошка, сюда пошла? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. А вон она сидит, Бась. Ты ее видишь?
Ты видишь ее? Где кис? Кошка где? Увидел. Увидел. Увидел кошечку. Он дружить хочет. Жарю картошку. Помидорки вот такие купила. Томаты свежие. Сейчас лучку еще с луком. Помидорки с луком и в картошку. Вы добавляете, девчонки, в картошку лук? Муж вот не любит, а я люблю. Немножко добавлю. Ну, ты пришел? Ты пришел? Ты мой сладенький. Что-то кушать хочет. Это хватит. У него тут гематогенчик есть. Сейчас, собачий гематогенка. Хотя я ему сегодня уже давала. Смотрите, тут такие лапки. Одну, наверное, дам бас. Так. Такой жесткий. На. Порезала помидорки, огурчик, лук. И вот такая у меня сербская брынза. Я ее тоже порезала на кусочки. Но потом уже еще побольше помельчила сюда в салатик. Салат не стала солить, потому что брынза соленая. И вот такой у нас будет ужин сегодня. Селедка, жареная картошка и салатик. Всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает, обедает. И всем пока.